Здравствуйте! Как подключить однофазный счетчик электроэнергии и автоматы? Сделать это несложно. У любого счетчика есть крышка, которую нужно снять. На крышке есть схема. Что она значит? Номерами обозначены 4 клеммы счетчика: 1, 2, 3 и 4. Нумерация клемм может отличаться на разных моделях счетчиков, но последовательность такая же. Счетчик измеряет ту электроэнергию, которая поступила на его вход, прошла через него, через его выход и попала к потребителю, то есть к нам. Значит, у электросчетчика есть вход и есть выход. На схеме, изображенной на крышке, вход обозначается буквой Г – генератор, а выход – буквой N – нагрузка. Следовательно, на вход подключаем те провода, которые приводят электричество, а на выход подключаем электропроводку квартиры. Итак, с вводного автомата фазу подключаем на клемму номер 1 счетчика, а 0 подключаем на третью клемму. Входные провода на счетчик подключены. Выход фазы со счетчика, это клемма номер 2, подключается к автоматам потребителя. А нулевой выход счетчика, это четвертая клемма, подключается к нулевой шине потребителя, от которой получают 0 все линии. Если есть заземляющий провод, то он подключается к шине заземления мимо счетчика. Теперь можно закрыть крышку. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока!